Здравствуйте. Здравствуйте, меня слышно? Слышно. Вас зовут Сайрада. Я тоже очень рада сейчас и отправлю маме, она тоже очень хочет присоединиться просто. Так, надеюсь, слышно все Здравствуйте. хорошо. Не слышно? Да, слышно, все хорошо. Мой экран видно? Да, видно. Все прекрасно. Так, у нас коллеги, наверное, все еще подключаются. У нас все работает, да? Видно, слышно. Наверное, еще минут 5. Может, подождем наших коллег, пусть подключится. Мы начнем, да? Через 3-5 минут примерно.
Так, окей, давайте все-таки начнем. Остальные уже подключатся. Ссылка у нас открытая. В принципе, тут разрешение не нужно. Окей, если все тут, то, в принципе, можно начинать. Здравствуйте, дорогие коллеги. Это у нас совместный проект. То есть это у нас научный семинар, совместный проект серии семинаров по социальным, гуманитарным аспектам медицины в общем-то, Центральной Азии. Здесь у нас очень много тем проходим по истории медицины, по медицинской социологии, антропологии и так далее. И сегодня у нас спикер, можно так сказать, в гостях, докторант. Я примерно неправильно буду произносить название вашего университета, заранее извиняюсь. Докторант Людвиг Максимилианс университет Альмира Шарафеева. Здравствуйте. Сегодня у нас такая тема очень актуально, мне кажется, на данный момент именно здоровье трудящейся женщины, ну, в контексте тех вещей политических, социальных, которые происходят у нас не только в Казахстане, но и, в принципе, в Центральной Азии. И у нас в 21 веке, в веке технологий, капитализма, можно сказать, что женщины все чаще играют уже ключевую такую роль в рабочей силе, они вносят свой вклад. Сейчас мы тоже видим, что большинство у нас тут, которые зашли на нашу конференцию, тоже женщины, в принципе. Это такая интересная тема, на самом деле, для меня тоже, так как у меня тема была тоже про женщин, и мне будет очень интересно послушать, что вы можете сказать, и какие интересные тут, в принципе, будут исследования. Вы сказали, тут дискуссия, да, еще прекрасно. Мы готовы вас услышать. Хайырлы кеш, құрметті алаш әріптестер, шақырғандарыңызға рахмет. Добрый вечер, дорогие коллеги, спасибо за приглашение. Это я просто пользуюсь знанием своего родного языка, татарского. Похож на казахский частично. Сегодня я хочу с вами поговорить о здоровье трудящихся женщин и дискуссии медиков, также государственные интересы в 20-30-е годы. Сегодняшнюю лекцию я поделила на три части. Вначале мы поговорим о законодательных аспектах, то есть об охране женского труда именно со стороны законов. Потом мы поговорим о медицинском дискурсе, о женском здоровье 20-е годы, а потом переключим наше внимание на 30-е годы. Вот. Первая часть, конечно, про законы, она не самая веселая, и 12 минут, я даже посчитала, сколько 12 минут придется потерпеть, но потом обещаю, что будет интереснее. Так. Начну. Да, также хочу сказать, что это часть моего диссертационного проекта. Моя диссертация называется «Концепт женского здоровья в раннесоветской биополитике». Это своего рода на данный момент work in progress, и это сегодняшний доклад — это часть моей диссертации. Я буду рада получить ваши комментарии, критику, рекомендации. Вот. Ну, тогда уж начнем. Задачи социалистического строительства включали в себя внедрение женского труда в самые разные отрасли промышленности. В связи с этим возникали споры о целесообразности, эффективности женского труда, его влиянии на здоровье женщины. И медицинское сообщество, в лице акушеров-гинекологов, социал-гигиенистов, они приступили к поиску ответов на эти вопросы. И ответы на эти вопросы часто зависели от новых экономических, репродуктивных и политических целей государства. А здоровье женщин на рабочем месте обычно обсуждалось с точки зрения ее репродуктивной способности. Под здоровьем женщины понималась способность родить здоровых детей. И советские исследователи посвящали свои труды проблемам, связанным с менструальным циклом, выпадением органов малого таза, течению беременности и родов, выкидышам, недоношенности плода, разрывам промежности, бесплодию. И сегодня я попытаюсь показать и проследить, проследить изменения в медицинском дискурсе в отношении здоровья трудящейся женщины. Основное внимание я уделяю тому, как врачи высказывались и каких позиций придерживались в научных журналах и литературе о применении женского труда в промышленности и в сельском хозяйстве. Как менялось их экспертное мнение в зависимости от менявшихся экономических и политических целей государства, как это влияло на женское здоровье, и как статус экспертности в вопросах женского здоровья переходит от медиков к государству.
что. Вот. Ну и начну я именно с законодательной базы охраны женского труда в 1917, в период с 17 по 1941 годы. Итак, общее положение о женском труде и охране материнства в трудовом законодательстве раннесоветского периода. После того, как большевики пришли к власти, они приступили к реформированию законодательства о труде. И первые декреты советской власти, они установили формальное равенство прав всех трудящихся, в том числе женщин и мужчин, в сфере труда, введены 8-часовой рабочий день, уровень наименьшей заработной платы рабочих, запреты на применение ночного труда женщин и подростков. И декретом, да, забыла вам, кстати, сказать, я пытаюсь нанизать вот на эти бусы законов, законодательства, дискуссии вот, самих врачей, акушеров, гинекологов, именно на эти бусы законов. Но такая попытка поиграться с методом, но посмотрим, что из этого выйдет. Итак, как я уже сказала, после прихода к власти большевики реформировали систему, приняли определенные законы о труде, и одним из первых стал как раз-таки декрет 22 декабря 1917 года о страховании на случай болезни. Был введен декретный отпуск по беременности и родам. И этот документ также предусматривал выплату денежных пособий по случаю родов в размере полного заработка. Декретный отпуск длился 8 недель до родов и 8 недель после родов. Работницы, кормящие грудью, имели право на перерыв каждые 3 часа, не менее чем на 30 минут. И в 1918 году был принят Кодекс законов о труде. Он сохранил все те же положения, которые были приняты в 1917 году. И в том же году были введены пособия кормящим матерям, занятым физическим трудом в течение 7 месяцев. И в 2020 году был издан декрет, который предусматривал перевод беременных женщин на более легкие работы. К тому же кормящие матери могли попросить перевести их на эквивалентную работу ближе к дому. Также в 2022 году был принят новый КЗОТ, Кодекс законов о труде. Появляется там отдельная глава «Труд женщин и несовершеннолетних». И впервые вводится гендерная асимметричная льгота на воспитание ребенка. То есть воспитателем ребенка фактически объявляется как бы женщина, там, без вопросов, что мужчина такой же воспитатель, что вот можно такую же льготу вести, да? Вот. Важно отметить, что женщинам колхозницам, отпуска в колхозах до и после родов до 1935 года не предоставлялись. И в 1935 году они получили это право, и это 30 дней до и 30 дней после родов. К 1930 году наметилась общая тенденция к сокращению пособий по беременности и родам. С 1937-го женщины должны были работать на одном и том же предприятии не менее 1 года, чтобы иметь право на полное пособие по беременности и родам. С 1 января 1939 года отпуск по беременности и родам был сокращен со 112 до 63 дней, и предоставлялся он теперь только тем, кто проработал без перерыва на том или ином предприятии не менее 7 месяцев. И 19 января 1938 года был издан указ, который разрешал работать беременным и кормящим матерям в ночные смены в ряде отраслей промышленности. Что же касается охраны труда во время вредных производствах, то понятно, что первые экзоты и вообще законы 17 и 18 года, они запрещают применение женского труда во вредных производствах. И кодекс 22 года, он подтверждал запрет на применение труда женщин в особо тяжких или опасных для здоровья отраслях. И предполагалось издать определенный список таких вот профессий, отраслей и так далее. Список этот предполагалось уточнять ежегодно. Такой список появился в 2025 году. Он содержал 31 вид работ в 9 отраслях народного хозяйства. Ну, стандартно, да, женщинам нельзя было работать с токсичными металлами, веществами, участвовать в горячих работах, осуществлять подземные работы. И установление подобного списка, да, с одной стороны, кажется, охраняет здоровье женщины, но с другой стороны, ограничивает женскую занятость и возможность трудоустройства. Дело в том, что после гражданской войны мужчины возвращаются с фронта, и они заменяют женщин на заводах. Женщин увольняли.
Вот. И к тому же нужно здесь сказать, что сами представительницы женоделов порой просили пересмотреть этот список, потому что женщины все так же продолжали работать под землей. Они все так же перетаскивали тяжести, работали со свинцом, со ртутью. И некоторые активистки женодела, они считали, что как бы иметь такие законы ограничивают применение женского труда. Вот, но с началом форсированной индустриализации, с великим переломом, взгляды на женский труд и занятость подверглись пересмотру, и, соответственно, менялась и законодательная база. Постановлением Нарком труда в 30-м году список профессий 25-го года был пересмотрен и расширен. Далее, был частично 19 мая 1931 года был частично снят запрет на применение женского труда в подземных работах, и уже в 1932 году число женщин, работающих на шахте, составляло 1,5% всех подземных рабочих. В том же году Нарком труда обратился в Научный институт охраны труда с требованием пересмотреть вышеуказанный список в течение 6 месяцев. Под список 30, давайте этот список 30-го года быстренько пересмотрим. Но Институт охраны труда на это ответил, что вот из-за того, что вы хотите расширить этот список, у нас вот на данный момент не хватает опыта и исследований влияния труда на женское здоровье, и в связи с этим может увеличиться число профессиональных заболеваний. Но уже в апреле 1932 года в связи с недостатком рабочей силы было опубликовано постановление СНК, которое утверждал новый список профессий, в которых могли работать женщины. В 1938 году этот список профессий вновь обновился, а в 1940 году официально сняли запрет на применение женского труда в подземных работах. То есть теперь официально на шахтах можно было работать без каких-либо таких серьезных ограничений. Что касается переноски тяжестей. Понятно, существовало убеждение, что женщины намного слабее мужчин, и женщин надо использовать на тех предприятиях, где не нужно перетаскивать тяжести. Но, естественно, совсем исключить переноску тяжести было невозможно, и поэтому были введены предельные нормы переноски тяжести. Это предельные нормы на 22-й год по КЗОТу, то есть обратите внимание на цифры. Сейчас я покажу такую же таблицу на 32-й год. То есть здесь уже предельную норму переноски тяжести на человека увеличили. То есть, опять же, вот с началом форсированной индустриализации все эти нормы пересматриваются. Ну и говоря о переноске тяжести, то в 22-м году даже было принято постановление Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов об освобождении машинисток и гладильщиц, работающих на ножных машинах без механических приводов в швейной промышленности во время менструации от работы. А в 24-м году запретили работать в пекарнях, где применяется ручное замешивание теста. И, естественно, все эти нормы не соблюдались. Женщины все так же работали в этих запрещенных отраслях в том числе. И также в 1937 году были пересмотрены ограничения на порядок найма женщин в лесопромышленном комплексе. Им разрешили выполнять более широкий спектр лесозаготовительных работ. Ну и сделаем небольшие выводы здесь, что вот 20-е годы наблюдается такой более охранительный взгляд законодателей на женский труд. С одной стороны, он направлен на защиту женщин, их здоровья, но с другой стороны, он ограничивает возможности при их трудоустройстве. С началом Великого перелома в связи с этим увеличением нужды в рабочих руках законодательство пересматривается в сторону расширения сфер применения женского труда и увеличения физической нагрузки. И на протяжении первых 2 десятилетий четко прослеживается такой классовый уклон в законодательстве об охране женского труда. Нерегулируемыми остается труд крестьянок, батрачек, домашних работниц. И законодательство уделяет огромное внимание физиологическим различиям женского организма, которые на практике идентифицировали женщин как более слабых, неполноценных в сравнении с мужчинами, вместо того, чтобы уделить внимание социальным различиям там, в положении работающих мужчин и женщин. А теперь же поговорим именно о том, что говорили медики сами в этот период и как то, что они говорили, влияло на как бы законодательство. Итак,
В рассматриваемый период по вопросу внедрения женского труда в промышленность и влияние его на здоровье публиковалось очень много книг, брошюр, статей в журналах «Акушерство и гинекология», «Социальная гигиена», «Гинекология и акушерство». И Наркомтруд, Центральный совет профессиональных союзов, Института охраны труда, социальной гигиены, они работали в связке с целью изучить влияние условий труда на женское здоровье. Проводились исследования по вопросам охраны условий безопасности труда. Сотрудники институтов ездили на предприятия, опрашивали работниц, проводили осмотры работниц, и они публиковали определенные исследования и предлагали меры по преодолению профессиональных вредностей. В 2024 году на Норкомтруд была даже возложена ответственность за создание комиссии по совершенствованию и изучению женского труда на производстве, а в 2029 году инспекторам по охране труда в числе прочих задач было поручено сотрудничать с научно-исследовательскими институтами и лабораториями с целью изучения влияния профессии на здоровье женщины. Вот, в этой части исследования я предлагаю посмотреть, какие вообще исследования проводили медики и что они предлагали для преодоления этих вредностей. Итак, большая часть исследований, конечно же, посвящена репродуктивным вопросам. Но в 20-е годы очень много публиковалось именно вот по общим вопросам здоровья, там инвалидность, смертность, заболеваемость. И во многом эти работы показывали, что уровень инвалидности и заболеваемости среди женщин был выше, чем среди мужчин. В октябре 2022 года в журнале «Социальная гигиена» вышла статья бывшего земского врача Нафталии Акима, которая была посвящена инвалидности костромских текстильщиков. И вот он выделял, что из 1005 инвалидов 842 – это женщины. И более половины всех женщин-инвалидов полностью утратили свою трудоспособность. Аким также отмечал, что быстрее всего инвалидами становятся ткачихи, а моталки чаще всего страдают заболеваниями женской половой сферы. И причины, по его мнению, выделяют как раз-таки были в отсутствии вентиляции и грамотном напряжении внимания. Я прошу сейчас запомнить эту часть, потому что то есть мы видим, что факторы ухудшения здоровья, они внутри самого завода 20-е годы. Потом мы посмотрим, в чем состояли факторы уже в 30-е. Вот. И подобных... И дело в том, что несчастных случаев на предприятии с участием женщин им тоже выделялось больше. Почему? Потому что заводы строились мужчинами для мужчин, оборудование, понятно, сделано с расчетом на мужское тело, и как бы... Даже сегодня мы знаем, что автомобили, да, тестируют на мужских манекенах, и аварийность среди женщин выше на 17%, даже если женщины реже попадают в аварии. Ну, то есть, извините, смертность выше, даже если женщины реже попадают в аварию. Вот. А также негативную статистику в отношении смертности и заболеваемости приводил тоже акушер-гинеколог Гринер. Он вот привел такую статистику, такую табличку заболеваемости женщин, и он также писал о том, что среди женщин процент, например, свинцового отравления на 93%, а среди женщин это 20%. И это связывается с тем, что женский организм ну, больше, имеет большую восприимчивость к отравляющим веществам. Вот. И так, извините, пожалуйста, у меня тут... Вот. И говоря о... Извините. Так. Да. И вообще вот эти вопросы профессионального отравления, они очень занимали сотрудников Института профессиональной заболеваемости имени Обуха. И вот было проведено очень интересное исследование на заводе «Красный Богатырь». Изучался труд галошниц. И очень интересно здесь то, что изучалось не столько вот освещение, да, температура, влажность, а то, что изучается и как влияет работа на дыхательную, сердечно-сосудистую систему, состав крови, изменение мышечной силы рук, влияние трудовой обстановки на нервную и психическую систему. Это редко, когда вот именно исследования посвящались нервной и психической системе. И вот и с целью изучения вот этой нервно-психической составляющей авторы знакомились и с правилами внутреннего распорядка, и то, как администрация относится к сотрудницам, и они изучали реакцию организма на трудовые раздражители и степень привыкания организма к определенной работе.
И они брали пробы воздуха в мастерской с целью определить концентрацию паров бензина в воздухе. И они установили, что за сутки в мастерской, мастерскую попадает до 50 пудов, то есть 819 килограмм паров бензина, что вызывает отравление работниц. Вот. И были случаи массового отравления этого, работниц этого завода, были случаи госпитализации в том числе. И авторы считали, то есть они сделали вывод, что сотрудницы этого завода, они сильно страдают психическими, ну, у них много психических проблем, как они там страдают кошмарными снами, у них вялость, у них истерические припадки, у них апатия, ну, а из таких-то общих это хроническая головная боль, шум, звон, свист в ушах, вот, и они писали, что соревновательность очень плохо сказывается на психическом здоровье работниц. Вот. Почему я подчеркиваю внимание на этом? Потому что у нас будет как бы социалистическое соревнование 30-е, как это уже рассматривается как совершенно иной фактор. Вот. Небольшой вывод, да, что исследователи в области охраны труда в 20-м годы заключали, что тяжелый промышленный труд является фактором, ухудшающим здоровье человека, ну и в особенности это женское. И вот в 23-м году принимается постановление Союзом печатников, которое ограничивает труд женщин в полиграфическом деле, ну, то есть в полиграфическом деле работа со свинцом. И принятый в 25-м году список запрещенных для женщин отраслей промышленности, он был также, он опирался на мнение социал-гигиенистов, это есть в ведомственных переписках в ГАРФе, вот, в архивных делах. Вот, но интересно, что этот список не учел табачную промышленность. Там в основном работали женщины. Работницы табачной промышленности очень сильно страдали от заболеваний кровеносной, пищеварительной и нервной системы. Вот. По результатам, ну, согласно изысканиям вот сотрудников институтов охраны труда. Далее, конечно же, следующая категория – это репродуктивное здоровье работниц. Вот, так как женское здоровье рассматривается как способность родить здорового ребенка, наибольшее внимание советские врачи уделяли вопросам течения беременности, размерам таза, положению матки, ранним родоразрешением, выкидышам, абортам, проблемам с менструальным циклом. Вот, они проводили такие исследования, они измеряли окружность таза. В те времена сильно был распространен рахит в силу недоедания, то есть вообще катаклизмов, катастроф на рубеже десятилетий. Вот, один из серпуховских врачей провел исследование на заводе «Красный текстильщик», и вот пришел к выводу, что узкий таз чаще встречается у чернорабочих и фабричных работниц, у крестьянок, а вот лучшие тазы имеют женщины, жены служащих и представители интеллигентных профессий. Вот. Далее. Очень они были также обеспокоены увеличением числа женщин, страдающих опущением внутренних половых органов. Знаменитый врач, акушер-гинеколог Акинчиц Людвиг Людвигович, он отмечал, что за период с 1918 по 21 год число женщин с опущением матки и влагалища увеличилось. Также он отмечал, что увеличилось число случаев, когда процесс опущения зашел слишком далеко. И вообще вот этот вопрос об опущении половых органов обсуждался на съездах акушеров и гинекологов постоянно. И в 24-м году об этом они активно говорили на съезде, и в 27-м. И вот врач Либов даже назвал опущение половых органов профессиональным заболеванием женщин, занимающихся тяжелым физическим трудом. Вот, тоже акцентирую на это внимание, потому что потом мы будем об этом тоже говорить. Вот, также, конечно же, обсуждались вопросы нарушения менструального цикла, и в ходе проведенных исследований исследователям было установлено, что более половины женщин на разных предприятиях страдают нарушением менструального цикла. Они вот опрашивали работниц, спрашивали об обильности, о длительности, болезненности. Вот. И в результате было установлено, что очень многие страдают от менорагии, метрорагии и аменореи, дисменореи, то есть не вовремя приходят, вообще не приходят, сильно обильные, очень скудные, то есть разные вариации анормальности менструального цикла. Вот, и также, конечно же, было установлено, что увеличивается число преждевременных родов и выкидышей. Вот, к примеру,
организатор здравоохранения из Архангельска, то есть он был акушером-гинекологом и организатором здравоохранения, в том числе он исследовал труд женщин на Архангельском лесопильном заводе и отмечал, что увеличивается число преждевременных родов и выкидышей. Вот, и таким образом исследования, проводимые сотрудниками институтов охраны труда, демонстрировали негативное влияние промышленного труда на репродуктивное здоровье женщины, и, как они писали, еще на здоровье самого государства, то есть репродуктивное здоровье государства в том числе. И с целью предотвратить неблагоприятные последствия работы на заводах, фабриках, предприятиях, они разрабатывали комплекс мер, о них я сейчас поговорю, но скажу, что проведенные исследования повлияли на установление норм предельной переноски тяжести для женщин. Также Институт труда в 1929 году подготовил доклад наркомату труда, в котором содержалась рекомендация, что только женщины, не имеющие серьезных проблем с репродуктивной системой, могут работать с транспортировкой и переноской грузов. Но для этого надо было бы проводить поголовный осмотр женщин при приеме на работу, а это средство. Вот, и, соответственно, опять же, эти осмотры не проводились, и рекомендация осталась рекомендацией. А полученные менструальные отпуска для работниц швейной промышленности популярностью не пользовались, но, ну, во-первых, не очень-то даже используя знаменитое казахское слово «уят», ты об этом не придешь, не скажешь своему работодателю, я вот на работу не пришла, потому что у меня сегодня вот менструация, да? Вот, и в результате они вот заменяются на больничный отпуск, но женщины все равно особо им не пользовались. Вот. Ой, извиняюсь. Вот, что же предлагали медики, то есть советские исследователи, врачи, акушер-гинекологи, чтобы как бы преодолеть эти профессиональные вредности? Я не буду заострять свое внимание вот на всех этих пунктах, я бы хотела особо уделить внимание на пункт номер 4. Они предлагали запретить труд женщин, где используются яды, или заменить особо токсичные вещества на менее токсичные. Например, при производстве зеркал вместо ртути использовать серебро. Но опять же, вспоминая экономическую ситуацию того времени, как бы рекомендация была немножечко такой нереальной. Далее хочу обратить внимание на пункт номер 7. Это установить отдельные душевые туалеты для женщин. Дело в том, что, опять повторю, что заводы строились мужчинами для мужчин, и отдельных туалетов для женщин не было. В связи с этим врачи писали часто, что вот женщины сдерживают позывы на мочу. Отсюда урологические заболевания, и они еще выясняли, что это меняет мускулатуру матки, там, влияет на вообще в целом репродуктивную составляющую. И они призывали, чтобы на предприятиях открывались женские отдельные туалеты и душевые. Душевые для того, чтобы женщина после работы не приносила на себе вещества домой. Вот, на своей одежде. Что здесь нужно сказать, что да, меры, казалось, они предлагают, но, к сожалению, они не были реализованы. Во многих предприятиях все так же осталось. Еще говоря про туалеты, женщины иногда, да, они могли там пойти в туалет, но они сталкивались с домогательствами со стороны своих коллег. И тоже находила в архивах данные материалы о том, что вот коллега пошла в туалет, а ее там изнасиловал ее изнасиловали мужчины. То есть такие истории были, к сожалению, и проблема, конечно, почти не решались. Вот. Ну и таким образом, до начала Великого перелома у нас активно публиковались работы о вреде тяжелого труда женскому здоровью, проводились исследования, доказывающие, что тяжелый труд приводит к различным патологиям половой сферы, болезням крови, пищеварения, и предлагались меры по преодолению этих вредностей. Результаты проведенных исследований передавались нарком труд, а также в профсоюзы, они принимали определенные законодательные решения в отношении применения женского труда. Но опять же, за исполнением этих мер никто не следил. И интересно, что все так же труд женщин использовался на подземных работах, на вредных предприятиях, и что женский труд в основном был неквалифицированным. То есть, а неквалифицированный труд признавался наиболее опасным для здоровья. Когда женщины пытались попасть на курсы повышения квалификации, их просто туда не пускали, а в основном пускали мужчин. Вот. Ну и к тому же, в связи с тем, что увеличилось число уволенных женщин,
они от безысходности, там, вот именно в 25-26 увеличивается число проституток, а в связи с этим увеличивается число женщин, страдающих венерическими заболеваниями. Вот. Теперь перейдем к 30-м. С объявлением форсированной индустриализации и проведением реформы здравоохранения в 30-м году главной целью здравоохранения стало, цитата, «излечение пациентов в экономических и оборонных интересах государства, что заставило врачей заботиться не о здоровье, а о трудоспособности рабочих и себестоимости продукции». Конец цитаты. Это из статьи Сергея Наркизовича Затравкина и Елены Анатольевны Вишленковой. В связи с необходимостью началось массовое вовлечение в строительство социализма женского труда в небывалых прежде масштабах, и в связи с необходимостью вовлечения огромных масс населения в процессы форсированной индустриализации изменилась и жизнь институтов охраны труда. Во-первых, стали появляться труды, в которых критиковались публикации о вреде тяжелого труда здоровью. Критике подвергаются труды Василевского, который много писал в 20-е годы, труды Каплуна Сергея Ильича, материалы Института профессиональных заболеваний имени Обухова по профпатологии в акушерстве и гинекологии. Институты не только были подвергнуты критике, здесь в 30-31 году провели проверки и провели чистки аппарата. И кто-то из ранее писавших специалистов, они, естественно, подверглись чистке и перестали писать вовсе, а кто-то уже то есть, например, тот же Каплун, он как бы публично раскаялся в своих ошибках и стал медиатором для трансляции новых конвенций. Вот, и он писал, что вот так посмотришь на труды 20-х, какое-то противоречие трудам Энгельса, потому что вот Энгельс писал, что труд и человек неделимы, а значит, труд, ну, как бы не может быть вредным для здоровья человека. Ну, то есть он так писал, что посмотришь на труды прошлых лет, как будто любая работа очень вредная. То есть вот так он, ну, и он стал таким медиатором новых конвенций. Вот, что здесь еще нужно сказать, да, что ликвидировали в 1933 году Народный комиссариат труда, и вот функции передают Всесоюзному Центральному Совету профсоюзов, и подчиненные ему институты теперь стали заниматься именно вопросами техники безопасности, вентиляции, освещения, но практически не изучался вопрос влияния профессионального труда на здоровье человека. Вот. И учение социал-гигиенистов 20-х о том, что причинами многих болезней являются плохие социально-экономические условия жизни и труда, как бы оказалось под ударом, потому что это проводит мысль о безуспешности советского правительства по улучшению там, условий жизни и труда в первое десятилетие пребывания у власти. Вот. И со всеми этими новыми изменениями меняется и медицинский дискурс в отношении женского здоровья. Если мы еще там в 29-30-м еще видим эти исследования, посвященные там влиянию профессионального труда на женское здоровье, то в середине 30-х таких трудов мы почти найти не можем, и они в основном посвящены, что вот труд, нету никакой разницы, нету никаких профессиональных вредностей. Вот, что вообще физический труд может влиять на улучшение здоровья. Давайте сейчас взглянем на причины женской заболеваемости в трудах 30-х. Вот из-за чего же болели женщины. В 33-м году выходит замечательный такой сборник, он такой толстый, называется «Акушерство и гинекология». Его опубликовали сотрудники Свердловского института акушерства и гинекологии. И там есть такая замечательная статья, она называется «К вопросу о внедрении женского труда в угольную промышленность». Сразу скажу, что они начинают там с ярой критики трудов 20-х, и что вот это мелкобуржуазное представление о труде, там, что вот это противодействие внедрению женского труда и так далее. И вот они писали о ходе результатов своего исследования на штольне имени Калинина в Губахе и на штольнях Володарского имени Ленина в Кизеле. И вот приходят к выводам, что женщины могут работать на машинах, ну, именно механизированных, куда, кстати, они в основном женщины не допускались. А вот работа на откатке при помощи кателя, они писали, что это приводит к опущению половых органов. Но в остальных случаях все причины опущения половых органов они теперь связывали в условиях жизни и быта, но никак не труда.
Далее, у женщин, работающих под землей, они обнаружили малокровие. По гинекологическим осмотрам 39% женщин имели заболевания, 62% были здоровы. А вот в 1932 году они снова возвращаются на Штольни, чтобы продолжить свое исследование. И они обнаруживают, что из 170 ранее работавших женщин остались работать только 50. И что произошло с уволившимися? Они выяснять не стали, почему они уволились. И вот когда мы говорим, что вот в начале 30-х там была огромная текучка, мы говорим, да, увольнялись, потому что мало платили. Но мало вообще информации, сведения, а может быть, увольнялись люди из-за того, что у них ухудшалось здоровье, они просто физически больше не могли здесь работать. К сожалению, не могу данных и цифр предоставить, потому что это просто не отслеживалось. Остается это на уровне моей гипотезы. Вот, и да, авторы считали, что проблема текучести заключается в бытовых условиях жизни и в том, что не было внутризаводского обучения. Вот, в том же сборнике было опубликовано положение, принятое Уральским производственным совещанием о том, что вот теперь не нужно проводить медицинский осмотр женщин при приеме на работу, даже на те профессии, где женский труд ранее не применялся. Вот. А это приводит к увеличению числа женщин, страдающих опущением внутренних органов. То есть если в 20-е были такие, ну, такой был процент опущения, в 30-е, конечно, опять же, это не отслеживали, и статистики этой заболеваемости просто нету. Вот. Ну, может, кто-то знает, где это найти, но пока мои поиски обернулись неудачей. Далее, ну, подобные исследования также были, также вот писались, что вот исследовательница Кушнирская из Кузбасса, она писала, что высокий процент опущения матки влагалища связан с предшествующими условиями труда и быта женщин, но не с условиями труда на шахте. При этом она описывает, что женщины толкают вагонетки весом 720 килограмм. Эта вагонетка из-за плохого состояния рельсов, этих путей, часто сходит, и женщины, две женщины своими силами и эту 720-килограммовую вагонетку обратно ставят на рельсы. И причина опущения половых органов в бытовых условиях, то есть вот в ее выводах. Вот, далее, что касается, да, потом уже в конце, вот в 38-39 тоже были исследования, там писали, что опущение связано с ранним подъемом с постели после родов. Вот, что же касается по ранним родоразрешениям и выкидышам, здесь причину видели в проведенных нелегальных абортах, что вот 24 по 28 год строгого учета нелегальных абортов не существовало, и в связи с этим вот высокий процент выкидышей объяснялся естественными абортами. Что же касается вопросов менструального цикла, то здесь, когда проводили уже исследования, то из выборки убирали неудобных для них работниц. Например, вот в исследованиях Палладина и Левитина убрали, например, как сказать, извините, немножко запинаюсь. То есть они писали, что ограничиться констатацией от этого, то есть сказать, что вот есть связь между профессиональными вредностями и менструальным циклом, якобы этого нету, этой связи нету. Поэтому они вот исключают из своей выборки тех, кто проработал на заводе меньше года, убирают женщин с воспалением придатков матки, также убирают тех, у кого менструации с недавнего времени только стали неправильными, и в результате исследования только 8,5% на заводе «Серп и молот» страдали нарушением менструального цикла. Вот. Да. Ну и теперь еще физический труд рассматривался как фактор улучшения состояния здоровья рабочих женщин. Писали, что вот физический труд вот уменьшает длительность родов, что роды проходят легче, менее болезненно. А еще вот исследование, о котором я уже упоминала, там работники писали, что по истечении года работы на штольнях женщины самоизлечились от ряда гинекологических заболеваний. И причина, по мнению исследователя, заключалась в благотворном влиянии угольной пыли на половые органы женщины.
Вот такая вот романтизация, в том числе промышленного труда. Далее. Поговорим немножечко о борьбе с прогулами. Доступ к медицинской помощи. Да, медицинское сообщество, конечно, уделяло очень много внимания вопросам прогулов. Появляется статья учета потери рабочих дней, а в связи с этим и цель сократить число прогулов по статьям здоровья. И, к примеру, исследователь, врач Подзоров писал, что надо сократить количество пребывания женщин на койке на 10%. И вот сотрудница Свердловского института Бунимович предложила, что вообще нужно отказаться от хирургических способов лечения в пользу консервативных, так как это поможет снизить количество койко-дней. И по ее мнению, 90% заболеваний, в том числе опухолей, подчиняются вообще, можно лечить консервативным путем. И она так идеологически маркируя, то есть опираясь на Энгельса, она пишет, что человек и труд неделимы, и задача врача вернуть работницу как можно быстрее на работу, что вот нельзя ее отрывать так надолго, что это ее естественная потребность работать. Вот, и она приводит данные, что вот благодаря консервативному лечению ей удалось сэкономить 11 дней рабочего времени. Вот. Далее было также сложнее получить и листок о временной нетрудоспособности. Вот я привела вам отрывки из дневника сотрудницы лаборатории Угрешского химического завода Ольги Радзивиллиной. Дневник опубликован в «Прожито». И вот она пишет о том, что наглоталась хлору, и она неоднократно об этом пишет. И говорит, что вот даже если она... То есть это сотрудница лаборатории, то есть не цехов каких-то, именно даже в лаборатории, и она пишет, что ей было сложно получить листок о нетрудоспособности, что даже если она себя очень плохо чувствует, с температурой 38, она вот пойдет на работу. Вот. Также, конечно, беспокоило медиков количество прогулов в связи с абортами. И отмечалось, что, например, первое место по количеству прогулов принадлежит именно выкидышам и абортам. Вот. В связи с этим также были проведены исследования, и уже в исследованиях Первого Московского медицинского института был сделан вывод о том, что 2-3 недели восстановления после аборта это слишком долго, это они даже назвали такие рассуждения материалистическими, и они отметили, что женщинам достаточно 9-10 дней, чтобы выйти на работу после аборта. Вот. И также увеличивается число публикаций о том, как определить начало декретного отпуска, потому что все время как бы диагностировать на срок беременности было очень сложно, и процент врачебных ошибок был достаточно высокий. И вот, но женщины и сами не особо-то торопились говорить о том, что они беременны, и они пытались скрыть свою беременность в том числе, потому что иначе их переводили на легкие работы, и они теряли как бы свои доходы. И проблема еще была в том, что были даже такие предложения от врачей на предприятиях, а давайте мы установим выдачу средств менструальной гигиены. То есть вот работницы будут каждый месяц приходить, а мы в журнале будем отмечать, кому мы выдали. Вот, если кто-то не придет, это значит, что она забеременела, ее надо взять на учет. Вот. И вот как раз-таки на слайде вы можете видеть один из случаев сокрытия беременности из газеты «Правда», когда женщина родила ребенка прежде времени и оставила в туалете предприятия. Вот. Да. И, как я уже сказала, в 1939 году отпуск по беременности и родам сократили. И в поддержку этого, например, врач-акушер-гинеколог Рубинчик на страницах газеты «Правда» писала, что прежний закон об отпуске по беременности и родам, он устаревший, и поэтому в стране рабочих рук не хватает, а жизненный уровень в стране сейчас настолько высокий, что смысла отрывать работниц на долгий срок от производства нету. Вот. Ну и делая выводы, хочу сказать, что индустриализация, установка Владимирского вклиниться в хозяйственную работу страны привела, что женское тело становится таким инструментом индустриализации, ее здоровье было поставлено на службу выполнения 5-летних планов.
В литературе было установлено, что промышленная работа не так вредна для женского организма, поскольку индустриализация продолжалась быстрыми темпами, и от медицинских специалистов требовалось повысить ставки и показать, что женский организм не представляет угрозы для индустриализации. То есть планы будут выполнены. Цитата. Накопился очень ценный материал, окончательно утвердивший положение об отсутствии специфических для половой сферы женщин вредностей в отношении подавляющего большинства профессий. Конец цитаты. Происходит смещение центра экспертного мнения. Если в 20-е годы можно наблюдать такое сотрудничество между ведомствами и институтами охраны труда и передачу экспертного мнения от специалистов, то есть от врачей, от акушеров, гинекологов государству, то в 30-е годы, скажем так, центр экспертности как бы смещается к государству. И даже правильнее, наверное, сказать, что экспертность в отношении влияния тяжелого труда на здоровье больше была не нужна. Вот. И необходимо было показывать, что линия государства подтверждена, скажем, исследованиями, и медики встали на линию форсированной индустриализации в вопросе внедрения женского труда в тяжелую промышленность. А все чаще звучали слова, что трудно найти границу между правовредностью и бытом, что промышленный труд благотворно влияет на родовую деятельность женщины, что патология половых органов не связана с работой на производстве, условия труда лучше не становились, количество койко-дней сокращалось, перечень опасных профессий, в которых применялся женский труд, увеличивался. Государство, вовлекая женщин в промышленность, не создавало условий труда с учетом их особенностей, и женская рабочая сила в основном использовалась на неквалифицированном труде. Оборудование, инфраструктура предприятий не подстраивалась под их нужды. Вот, буду на этом все. Буду благодарна за ваши вопросы, комментарии. Спасибо за внимание. Спасибо, что было очень интересно. Вы сказали вот то, что законодательная часть будет занимать 20 минут, как будто вот долго. На самом деле, вы когда закончили первую часть именно законодательства, я и вправду вот честно сама не заметила, как 20 минут прошли. Так, коллеги, у вас есть какие-то вопросы? Тут, если, А, можно? да, здравствуйте. Здравствуйте. Дорогие коллеги, представлюсь. Меня зовут Елена Анатольевна Вишленкова. Альмира упоминала мою статью с Сергеем Наркисовичем, которую она цитировала. У меня, да, мне понравился доклад. Спасибо, Альмира. Очень и презентация такая четкая, и доклад очень структурированный. Я бы задала такой вопрос. Вот врачи существуют в каком-то анонимном таком вот состоянии, что вот есть некие врачи, вот они в каких-то институтах и так далее. Но вот врачи 20-х годов и врачи 30-х годов – это вот разрыв такой очень сильный поколенческий, который мы обозначили одни – это красные врачи 20-х годов, это и земские врачи пришедшие, и как бы и фельдшеры, которые стали врачами, ну вот люди с университетскими дипломами. А 30-е годы – это такая массовая коренизация, это сокращение сроков обучения до 3 лет, да, создание многих медицинских институтов и появление так называемых советских врачей. Да. Вот как бы вы увязали вот эти… Есть ли такая связка между сменой вот этих поколений и сменой вот медицинского дискурса и вот такой лояльности по отношению к политической идеологии. Ну вот как бы есть книга немецкого врача, ой, немецкого историка Игоря Полянски, которая так и называется «Молчание врачей». И вот он-то там говорил о 20-х годах, о том, что врачи соблюдали, следовали своей собственной врачебной этике, которая отличалась от идеологии государства. Вот, собственно, мои вопросы. Как взаимосвязаны между собой врачебная этика, политика коренизации, сокращение, изменения в области медицинского образования и вот эта тема? Вообще очень хороший вопрос, я с ним уже пьюсь достаточно долго. Но если так посмотреть, то получается, что вот когда в институты охраны труда пришли с чистками, то есть кто-то просто замолчал
то есть перестал вообще публиковаться, то есть я больше смотрю на периодику и вообще медицинскую литературу, кого просто подвергли чистке, а кто-то, вот как Каплун, стал медиатором, то есть раскаялся в прежних ошибках и продолжил писать. А в 30-е годы, мне кажется, то есть потому что я посмотрела, то есть на возраст этих врачей, которые публиковали свои исследования, они достаточно молоды, но те, которые в начале 30-х писали, они все те же врачи, которые еще получили образование во времена, в период Российской империи, а кто-то даже успел еще поработать земским врачом. Ну, то есть я какую-то не могу обнаружить сильную связку, разницу, но на мой взгляд, это связано вот именно с процессами вот раскаяния, чисток. А насчет молчания, как раз-таки я бы здесь сказала, что есть те, кто просто перестали писать и продолжали делать, наверное, по-своему, но, к сожалению, я ничего на эту тему не могу сказать и найти. Могу лишь только сказать, что... Нет, да, это немного, наверное, даже не по теме, что все передавалось именно в руки женских консультаций, а не институтов охраны труда. То есть, что больше этим институтом охраны труда не занимались, и сказали, а давайте-ка вот этим вопросом будут заниматься женские консультации. А женские консультации забиты пациентками, там нету времени еще и на завод ходить, посмотреть, как женщины и другие, ну, то есть как, в каких условиях они работают. И могу только сказать, что в 1938-1939 появляются, наверное, труды так называемых советских врачей, и вот у них уже доказательной базы как таковой, там каких-либо исследований, ну, просто нету. То есть это больше описание, перечисление, что они у кого-то слышали, у кого-то видели. Но пока да, я бьюсь с этим вопросом, тоже еще ответ. Спасибо. Спасибо. Так, еще, коллеги, есть вопросы? Вы можете в чат писать, если у вас микрофон, к примеру, не работает. Окей, у меня вопрос. Вот у вас получается исследование Советского Союза, да, целой республики, или же фокус у вас на каком государстве? Но в основном на РСФСР, естественно. А. Но если вы скажете про Среднюю Азию, Центральную Азию, то я надеюсь, что мне все-таки получится написать эту часть этой часть главы, часть моей диссертации, это глава, посвященная Татарстану, Башкортостану. Опять же, это часть РСФСР, и мне бы очень хотелось охватить вопросы женского труда в Кыргызстане, например. Но пока все упирается в источники, мне бы просто хотелось посмотреть, как из центра спускались определенные нормы в отношении вовлечения женщин в промышленность, и как бы женщины из более традиционных обществ, из мусульманских обществ, они должны были, ну как бы, кого-то мужья не пускали. Кто-то просто все так же придерживался традиции. Мне вот хотелось посмотреть, как это работало, то, что из центра спускали, как оно работало на местах. Но посмотрим, как будут обстоять Да, дела с вот историей. просто вы это говорили, мне стало интересно, как это было бы, как это происходило в Казахстане, именно беря во внимание контекст именно культуры, как вы сказали, вот эмансипация, например, мусульманок, и может, вот тема у нас, как это сказать, тема менструации, она же все еще стигматизированная тема на данный момент, например, ну, в Казахстане я могу сказать точно, и может кто-то не сообщал, не говорил даже вот под дулом пистолета, так сказать. Так что очень интересно именно в плане этого. Вы также упомянули, что формальное равенство вы имеете в виду в плане законодательное, да? То есть просто Да, по закон, документам. по документам. Еще есть вопросы, А коллеги? можно не вопрос, а такой просто вставку, да, откликаясь как раз вот на ваш вопрос. Сайра, да, вас зовут? Да, Сайра. Дело в том, что, ну, как бы я знакома с исследованием Альмиры больше, чем другие, и читала ее разные рукописи и тексты. И мне кажется, то, что с вашим вопросом перекликается, это вот у нее изучение
вот этой политики применительно к мусульманским женщинам. И это не только, это не территориально, что вот Казань, Уфа, и вот это же не региональная такая вещь, да? А вот в 20-е годы большевики очень активно работают с концепциями евгеники и о том, как вот, так сказать, создать вот этого идеального советского человека такого, да, вот, который будет лишен там заболеваний, там всего-всего. И поэтому там очень много изучений, вот, о каким являются особенности мусульманской женщины физиологически. Вот, может быть, у нее более узкий таз, может быть, у нее там она не кричит при родах, может быть, она... И вот это вот евгеническое изучение мусульманской женщины, оно, конечно, не локальное, оно вот охватывает весь Советский Союз, и я думаю, что в этом отношении результаты исследования Альмиры, она работает сейчас с литературой, как раз вот и написанной такими мусульманскими гинекологами, авторами, да, будет иметь более такое широкое значение. Я думаю, что мы там многое чего откроем. Потому Да, что вот, это например. такое вот даже некая расовая коннотация там есть вот в этой литературе. Например, даже есть статья, она у меня вот на компьютере, там, к вопросу о полезности зачать у татарок по данным консультации в городе Казани. Или есть также вот по Казахстану подобные исследования по... Да, то есть вот сейчас пытаюсь найти у себя в, да, например, ранние браки, брачный возраст там в Казахстане, понятно, то есть именно в плане влияния на а-ля генофонд казахских детей, предположим. Есть исследования про вопросы, ну, даже вот просто к вопросу о смертности грудных детей там среди евреев. Так подобные исследования по национальностям, по народам также были. Вот, достаточно, я бы сказала, даже И вы знаете, распространены. это еще перекликается с исследованиями 70-х-80-х годов, когда проводились в Сибири в рамках большого проекта адаптации человека к условиям, к экстремальным условиям. И вот выводы, которые сделала Сибирская академия наук, что в условиях, ну, как бы экстремальных каких-то условиях, стрессовых, экологической какой-то катастрофы или климата там и так далее, да, первыми рвутся генетические цепочки, и сказывается первым, это сказывается на репродуктивном здоровье. И в этом смысле репродуктивное здоровье всегда такая, какой-то показатель, лакмусовая бумажка состояния и социального, и экологического, и вот прочих-прочих вещей. Я вижу вопрос в чате еще здесь. Какая была общественная реакция на все эти манипуляции сверху законными нормами среди самих женщин в целом? Я бы хотела сама найти ответ на этот вопрос. И в целом мне не хватает очень голосов женщин. Просто вот что они сами чувствовали, что писали. И понятно, что те же журналы «Работница» и «Крестьянка», и женские журналы, они публиковали, ну, естественно, поддерживающие материалы. И, к сожалению, по конкретной общественной реакции я видеть не могу, но мне было интересно найти такой отрывок из той же «Работницы», где женщины написали, вот, там, мужчины смеются над нами, когда мы идем работать на завод. И в ответ на это врач написал: «А дайте-ка им там три тазика белья постирать, пусть они поймут, что такое тяжелый труд». Ну, то есть какие-то вот что-то такое можно увидеть, а отдельные такие статьи, публикации, источники личного происхождения мне пока не удалось найти. Вот, да. Возможно, но и не было проигнорировано общественностью. То есть тоже то, что сами врачи замолчали, какие-то перестали писать, тоже является показателем их, скажем, сопротивления. Может, даже не сопротивления, упря, как мы говорили на конференции, Лена Анатольевна знает, айнзейн, у концепции Людки, что они вот проявляли такое упрямство происходящей ситуации.
Так, вы еще говорили про вот, где можно найти грань между сохранением женского здоровья и вот ограничением как раз-таки женского труда. Это заключается в инклюзивности, как это можно сказать, инклюзивности формирования рабочих мест для женщин, от женщин, и также и включение во внимание их особенности женского здоровья. Вот. Мы не можем, да, ограничивать женский труд, но в то же время мы не можем включать женщин в работы, где могут быть, ну, опасные. На данный момент вы видите вот эту проблематику, то, что женщины могут работать в некоторых сферах, скажем так, в 21 веке. И все еще не соблюдается не то чтобы законы, но не берется во внимание специфичность женского здоровья, физиологии. Ну, если честно, у меня такой взгляд, что если женщина там хочет работать, пусть работает. То есть не всем же хочется там быть матерями, не все предназначены там, да, для материнства. Если как бы сама женщина хочет там работать, и это не принудительно, и это не является, я не знаю, вообще крайним методом, крайним там, способом выжить, то вполне да. То есть, например, я не очень понимаю, вот у нас в той же России, в Сибири, наверное, в условиях крайнего севера женщины имеют право работать только 7 часов, не 8. А это, опять же, влияет на то, что, ну, то есть они не могут устроиться на эти работы, они высоко оплачиваются на Крайнем Севере, и как бы работодателю это не очень выгодно иметь женщину в качестве работницы здесь. Но я знаю, что есть там определенный процент женщин, которые бы работали. А в итоге получается, что они все равно отрабатывают все эти 8 там, часов, иногда больше, но получают зарплату как за 7. То есть я все равно считаю, что это выбор женщины. Хочет, пожалуйста, нет, так это Ну, ее выбор. это, да, это выбор женщин, но также государство обязано включать женское здоровье, включать женские исследования. Как вы говорили, то, что недавно только начали, да, если не ошибаюсь, использовать в исследованиях прокладок настоящую кровь, а не просто жидкость. Это, живем в Да. 21 веке, но именно проблема, которая касается почти всех женщин, она прямо начала изучаться только вот в прошлом году, начиная с этого года. Это тоже, мне кажется, такая странная вещь в биополитике. Ну, также, да, касается вопросов испытания аварийности автомобилей, самолетов, тех же автобусов, вообще общественного, да, простого общественного транспорта. А вот все это, естественно, тоже исследуется. Даже препараты, все их дозировки, они рассчитаны на среднестатистического мужчину, а не на женщину. Ну, то есть это уже говоря о современности. Да, кстати говоря, об этом тоже в дневниках Корнея Чуковского совершенно случайно я обнаружила такое воспоминание, что он встретился с каким-то врачом в санатории, и этот врач говорит: у меня вот на столе 12 женщин умерли. Чуковский спросил: а почему? Ну вот была установка Дзержинского экономить, и мы там заменили какой-то препарат на эфир. И нет, на хлороформ. И у меня вот, говорит, 12 женщин скончались прямо на моем операционном столе. Вот. И обвиняет он в этом, ну, понятно, что это другое русло исследования, другие комментарии, но обвиняет он в этом Дзержинского, в сокращении расходов. Но это немного о другом. Так, еще, коллеги, есть вопросы или вещи, которые вы хотели бы обсудить, рассказать? Добрый вечер. Можно? Здравствуйте. Это Татьяна. Здравствуйте. Задать вопрос. Альмира, здравствуйте. Огромное спасибо Здравствуйте. за лекцию. Вот к вопросу о Дзержинском. Вы утверждаете, ваши данные показывают, что дискурс врачебный был изменен идеологическим давлением, и поменялись цели. Поменялись цели государством. А вот кто именно представляет интересы государства, какие именно, кроме Института охраны труда, ведомства, лица, люди,
Есть ли какие-то живые персонажи, которые вы обнаружили, которых можно почитать? То есть чьи это решения? Кто эти акторы? Вот в данном случае Дзержинский. Есть у вас какие-то данные? Кто эти люди? Кто ставил эти цели? Как они конкретно, кроме репрессий, воздействовали на врачей? То есть как вот эта связь, вот эти столкновения дискурса с идеологией, тем более вы прекрасно рассказали о нормативно-правовых актах, да, то есть это тоже как актор, да, такой неживой. А кто вот, какие за этим стоят люди? Вот у нас Мурашко, да, допустим, вот мы понимаем, что сейчас подписал этот документ, вышел под его рук. До этого там был предыдущий министр. Можно примерно понять. Вот, спасибо. Ну, я бы, наверное, здесь начала с установки того же наркома Владимирского, потому что он тоже сыграл определенную роль, то есть там своей речью вклиниться в производство. Вот. А касательно именно конкретных лиц, я бы здесь сказала, что все исходило. Ну, то есть именно конкретные исследования и прочее, все это исходило от руководителей кафедр акушерства и гинекологии, из промышленных центров, то есть из Свердловска и Кузбасса в основном. То есть, если в те же 20-е годы я вижу исследования более такие, знаете, центральные, то есть из Москвы, там Серп и Молот, Красный Богатырь, из центральной России, то в 30-е годы все это исходит из крупных промышленных центров, как вот Кузбасс, Донбасс в том числе еще, и из Свердловска. Вот, То скорее есть от них, я бы заказчики сказала. сами заводы, да? То есть Нет, заказчики. я бы не сказала, что заказчики сами заводы. Мне кажется, даже не знаю, как это. Хороший вопрос, на самом деле, я сейчас задумалась. Может быть, я бы сказала, что они там вторили тому, что требовалось из центра, то есть даже Не-не-не, постановки можно я Владимирского, но это вставлю две будет не совсем копейки? верным. Да, и это не будет верным, я как раз хотела сказать. Нет, там очень хороший вам вопрос задали, да, и Да, я вот тоже Татьяна, думала. и это тоже соответствует с моим, там очень нужно вот это персонализировать. А почему сместилась в сторону вот этих крупных заводов и промышленных центров? Это есть еще этому ключ в том, что меняется финансирование всего здравоохранения. Оно распределяется на то, что все категории населения делятся на те, которые обслуживаются здравоохранением. И первая категория – это работники крупных промышленных предприятий. И там отчисления идут прежде всего, ну, как бы их в первую очередь обслуживают. И отчисления этих крупных промышленных предприятий в медицину и на здравоохранение осуществляются. И поэтому там, например, крестьяне, они были вообще лишены медицинской помощи, они вообще не попадали вот в эти категории. И поэтому крупные предприятия, они становятся действительно центром, и туда переносятся медицинские пункты, там создаются, да. И поэтому да, вокруг этого создается вся инфраструктура. Ну, так бы вот, как бы это самые ценные люди для нашей страны в 30-е годы. Ну, они, как я сказала, они как раз писали, а не, я это не забыла упомянуть, что один из акушеров-гинекологов писал, что лучше всего на данный момент медицинской помощью обслуживаются там текстильщицы, сотрудницы химической промышленности, а до крестьянок у нас руки не дошли. Ну, то есть примерно в этом духе. То есть я не точно его цитирую, вот, он прямо пишет. И когда говорят о деятельности женских консультаций, они тоже пишут, что в первую очередь вот мы обслуживаем работниц, только если останется у нас, да еще желательно беременных, только если у нас останется время, место и возможность, финансы, то тогда уже и другие категории женщин мы примем. Но в целом, да, насчет того, кто заказчик и как это персонализировать, я подумаю. Спасибо. Потому что тяжело найти именно Мне кажется, актеров. как рекомендацию
Могу предложить текущую ситуацию в России с регулированием абортов. То есть мы с вами видим примерно, так скажем, заказчика. К моей радости, врачебное сообщество сопротивляется, исходя из того, что я вижу в, ну, пусть это какие-то локальные опросы в медицинских всяких каналах. Ну и плюс у нас, в общем-то, репродуктивная медицина представлена женщинами, они это как раз очень хорошо понимают. Если вот таким образом, как предлагается, регулировать штрафами, да, запретами, к чему это приведет, не надо быть историком, чтобы это понимать, как бы и не обязательно быть пожилым. Поэтому я, к своему счастью, вижу, что они сопротивляются, и не хотела бы быть в шкуре этих руководителей. Я, может быть, конспирологические какие-то версии у меня, но, в общем, им тяжело приходится. Вот, может быть, если с учетом того, что вы сейчас выявили бюджет, значит, влияет большие бюджеты у промышленности, может быть, можно как-то сопоставить, я имею в виду акторов вот эти, которые влияют, потому что если нет антропологического, если нет голосов женщин, их сложно найти, кроме как на прожито, кстати, отличные, я считаю, примеры, то, может быть, как бы покопаться там, если это возможно. Ну, если с женщинами, это просто вы так расширите свое диссертационное исследование, что оно у вас, вы не сможете его завершить. Поэтому тут надо в чем-то... Я все пытаюсь понять, где ухватиться, вот. Как ухватить, концептуализировать, на какой из сетей остановиться. Вот есть у нас доктора, еще независимые, возможно, из другого поколения, как Елена говорила, а есть чиновники, есть промышленность, есть какие-то налоги, отчисления. То есть вот как-то, с одной стороны, определить эти сети, этих акторов, а с другой стороны их выстроить под свою концептуализацию, которая вам выгоднее в данном случае разовьет вашу основную эту идею, что вот как я ее уловила, может быть, вы там дополнили дополнительными источниками, что вот у нас свободно доктора говорили о женском здоровье, о вреде, а вот вдруг в связи с индустриализацией тренд, траектории поменялись. Может быть, это вам позволит через вот этих акторов как-то это нужную концептуализацию подобрать. Не знаю, с чего вы выбираете. Вот, не залазя в женское, в голоса женщин, потому что тут... Или там статистику, которой нет. Или ее очень мало, и из нее ничего не выстраивается. Вы же, тем более, нормативку умеете читать. Там подписи, штампики, все это добываемо, мне кажется. Да, спасибо. Посмотрим, конечно, надо просто поискать, сесть за этот вопрос. Я вижу еще вопрос в чате насчет корреляции между изменением подхода женского здоровья на производствах и реальной статистики. В 2020 году проводили в Москве диспансеризацию рабочего населения, и после диспансеризации обнаружилось, что более 60% рабочих больные, ну то есть физически именно, и выяснилось, что их надо лечить, еще и в санатории отправлять. И когда в 30-е годы начались чистки, и вот работа с такими данными, которые говорят, что у нас вообще-то половина рабочих больные, стала, ну, не очень безопасной. И статистика заболеваемости, вот это, ну, нужно сказать, эти диспансеризации, во-первых, просто не получили широкого распространения по всей России, то есть они проводились только в Москве, иногда очень редко в Ленинграде, и то только в 20-е. Вот, и статистику заболеваемости, даже, не знаю, я просто на нее в отношении именно женского здоровья, я просто не могу ее найти за 30-е годы, то есть по болезням, там, что, чем страдают, чем болеют. Вот, то есть, поэтому повлияло ли реально на здоровье женщин, я могу только сказать по тому, что число обращений в
женские консультации тоже росло, и росло также то, что женщины, да, в случае госпитализации тоже присутствовали, но только поэтому, если следить. Есть еще Можно у нас вопросы? еще одна, если есть Да. минутка, я вот возникло просто предложение, извините, что я постоянно вторгаюсь. Вот Альмира стала говорить, и в этой полемике с Маргаритой, да, родилась идея, что ведь 30-е годы был госплан, уже действовал, и в госплане был отдел здравоохранения, который возглавлял Михаил Иванович Корсаков. И при нем работал еще такой специалист, как Аполлон Петрович, по-моему, Жук. И они собирали всю статистику, и они давали контрольные цифры для развития здравоохранения в зависимости от того, какие цифры давали регионы. Я думаю, что надо всю статистику искать в Госплане. Это вот хранится в ГАРФе, материалы Госплана. И Жук опубликовал, кстати говоря, в 50-е и 60-е годы несколько работ, которые так и назывались «Планирование здравоохранения». Одна из них на английский язык была переведена как пример вот такого успешного управления как по здравоохранению. Поэтому посмотрите в эту сторону. И вот второе о Хорошо. том, что вот сейчас Маргарита говорила, да, у меня тут же возникла вот эта идея. Хорошо, вот при обсуждении возникают, да, как бы штурм такой. Что, а ведь 19 век – это мужское образование, да, медицина. И мужчины – земская там медицина или так далее. Но очень редкие женщины, получившие в швейцарских там каких-то университетах. И только получается с конца 20-х и массово в 30-е годы появляется поколение женщин-врачей. И вот статистику можно посмотреть, как меняется состав гинекологической профессии. Вот. И когда она становится женской, и тогда вот этот женский дискурс как бы как входит в медицинскую профессию. Мне кажется, это просто очень был бы очень хороший такой вот нотой вашему исследованию. Спасибо. Спасибо, да, спасибо. Альмира, очень интересно было, на самом деле. Я много что для себя узнала. У меня, к сожалению, таких научных достижений пока что нет, но смотрю на вас всех и вот думаю, вот мне надо учиться, есть еще к чему стремиться. Так интересно ваша полемика, ваши разговоры, на самом деле. Я узнала для себя вот эту корреляцию между политикой и медицинскими исследованиями, как можно вот это влиять. И даже на самом деле сейчас век капитализма, нам всем говорят, вот это работает, романтизирует офисную жизнь и так далее. Вот я такая думаю, а вправду на самом деле же вот это происходит на данный момент, я это сама замечаю. Вот эта биополитика, то, что у капитализма и у коммунизма есть общее. Они рассматривают человеческую жизнь и женское тело как просто ресурс. Общее, опять-таки, биополитика. Так что я много для себя, правда, интересно узнала. Плюс моя тема тоже изучение, в принципе, тоже женщины. Так что очень интересно было прям. Спасибо большое. И А какая тема? Стесняюсь спросить. я пока не докторантка, я закончила магистратуру. У меня в магистратуре была тема «Вопросы гендера в художественной литературе Центральной Азии», как раз-таки вот 1920-30-е года. И да, тоже примерно такие года, так что по хронологии тоже совпадает. Поднятие женского вопроса, поднятие вопроса женского тела и так далее. Так, если вопросов нет, мне кажется, мы закончились. И правда, еще раз спасибо большое, было очень интересно. Мне прям, я себе вот записывала все, что я прям узнала и хотела задать, все, что я прям сделала корреляцию у себя. Спасибо большое и удачи в ваших исследованиях, хорошей вам благополучной защиты в будущем, чтобы хорошо Спасибо вам большое. Я бы выбрать. вообще, наверное, сейчас поступила не очень правильно, воспользовалась тем, что тут есть казахские связи. Я еще один источник, если я сейчас имею право этим воспользоваться.
Дело в том, что в Алмате когда-то проживала замечательная татарская женщина, врач, и она опубликовала на старо-татарском, то есть еще на арабице, учебник, который называется, не учебник, а брошюру «Гигиена женщины». И она из-за того, что ее мужа, ну, подвергли чистке и расстреляли, она переехала к своей сестре в Алмату. И вот она оставила свои воспоминания. И они остались где-то в Алмате. Известно, что эти воспоминания есть, но неизвестно, где они. Ну, то есть электронной описи архива, к сожалению, нету. Если вдруг кто-то соберется пойти в архив, и вообще кто-то что-то слышал о Суфии Агиевой, я была бы очень благодарна за информацию. Вот, пользуясь случаем, это все Алма-Ата все-таки. Вдруг что-то появится, очень нуждаюсь в этом источнике, потому что это позволило бы мне посмотреть вот на то, как сама врач-мусульманка пишет о медицине вот, в 20-30-е, вообще о своей работе, профессии. Может, я так услышу вот, голоса женщин. Нет. София Агиева, да? Я на всякий случай. Суфия Агиева. Агиева. Девичья фамилия Кулахметова. Спасибо вам. Не обещаю, что найду, да я постараюсь. Так, коллеги, спасибо за то, что участвовали, задавали вопросы. Было очень интересно слушать вас. Было очень интересно как-то участвовать в ваших разговорах и для себя что-то подмечать для будущего. Еще раз спасибо большое. Было очень приятно вас слушать. И удачи в ваших будущих, для всех вас в будущих ваших исследованиях. Еще раз Вам до спасибо свидания. за приглашение. Вам До спасибо, да. свидания. До До свидания. свидания. Спасибо. До свидания. Спасибо. До свидания.